Всем хаюшки, с вами я, Александр, и это канал Аймбот, и у нас игра Disney Heroes. Играем в нее, продолжаем, и кое-какие прошли изменения. То есть, если ты смотрел видео по этой игре в предыдущем, все было на английском языке, и было довольно-таки для меня непонятно кое-какие вещи. Сейчас игру все-таки сделали на русском, перевели все, и это хорошее. Отличная новость. Вот, поэтому мы сейчас собираем сундуки и отправляемся куда-нибудь что-нибудь делать. Что-нибудь и куда-нибудь делать. Не знаю, что, но что-то я хочу сегодня сделать. Хочу просто побиться своей командой. Возможно, начнем сейчас даже из арены. Почему бы и нет? Почему бы и не посражаться на арене? Так, у нас обновилось здесь все. О, отлично, там получили бриллиантики, но нам не хватает на сундучки. Вот, что у нас? У нас всего 143, нам еще где-то надо взять 60. Так, что это у нас здесь? Ладно, бла-бла-бла, это неинтересно. Вот, значит, ящичек. А, о, еще 48 добавили. Это хорошо, ребятки, это хорошо. 191. То есть нам нужно что-то поделать, и мы тогда сможем с вами, наверное, открыть вот этот сундучок. Да, один я открыл, почему-то у меня так было мало бриллиантиков, не знаю, я куда-то их, видать, потратил, что-то я на что-то их покупал. Вот, и давайте попробуем, как я говорил, с арены начать. Значит, мы сейчас находимся на 20 месте, находимся, да. Вот, и охота куда-то переместиться повыше. Так, 8961 у нас, 9000 вот есть, в принципе, бойцы. 8000, все они передо мной, и в самый топ мы, конечно же, не попадем. Ну, давайте попробуем вот кого-нибудь побить здесь. Вот, давайте, 8913, почему бы нет? На 18 место попробуем перейти, потом, если что, я попробую на 17 перескользнуть. В принципе, по боевочки мы должны победить, потому что у нас более прокачанная команда вроде как. Вот по жизням, то есть по левелу я точно не скажу там, что да, как будет. Ну, давайте мы сейчас взглянем все это дело. Значит, команда у нас немножечко вообще отличается. У нас всего один только персонаж одинаковый. Вот, и давайте тут все проходит на автобой, потому что здесь я не знаю, что на автобой. Так, давай. Нет, она не успела прыгнуть. Это плохо. Так, ну, в принципе, минус один и минус два. Так, кто бас? Нет, кто? А, это хил у нас погиб. Я всех персонажей здесь не знаю, ребятки, поэтому я прям вообще не знаю, кто они такие. Потому что я очень редко играю в эту игру. Очень редко, ребятки. Я в нее играю, но очень редко. Нет, мы затащили. Нет, мы не затащили, ты представляешь, вот чуть-чуть мы не затащили. Блин, ну жалко, обидно на самом деле. На самом деле обидно, ладно, окей. Чуть-чуть, блин, не затащили. Просто, скорее всего, надо прокачать навыки, и можно будет попробовать еще. Значит, попробовать еще, что у тебя с навыками? У тебя там с навыками все хорошо? Ну, так себе, я бы сказал. Ну, в принципе, можно чуть-чуть подкачать, а почему бы нет? Что тут? А, ну, в принципе... Такое себе. Ладно, давайте посмотрим, кто у нас еще. У нас есть ты. Тут тоже что-то у тебя не особо прокачано. Давай-ка попробуем. Так, смех, ХП восстанавливаем. Здесь у нас урон. И здесь у нас тоже урон. Ну, давайте что-нибудь подкачаем. Вот так. У меня и, в принципе, нечего качать. Вот так вот. Скачнем тебя, ты у нас танкуешь, поэтому, в принципе, будешь стоять. Вот. Ладно. Проиграли сваточку, ничего страшного, поэтому переходим на рынок, смотрим, что у нас здесь. Я на рынке постоянно, в принципе, покупаю все, что продается за золото. Вот видишь, что происходит? Нет у меня денег, вообще нету. Что я сюда зашел? Купить хотя бы вот эти ништякосы. Потому что здесь потом их потом бить надо будет, это долго, это нудно, это просто фу. Поэтому проще это дело все купить, если у вас такой хороший магазин, потому что, ну, все зависит еще от того, насколько у вас прокачана гильдия. Вот, значит, покупаю я постоянно Джесси. Вот этих бойцов я не покупаю, я покупаю Джесси. Не знаю, почему покупаю Джесси. Мне Джесси очень нравится, потому что она лечится. Когда она прыгает в толпу, она просто лечится. Вылечивается бывает на максимум, то есть на полную, у нее мало жизни, прыгнула, вылечилась. Не всегда, конечно, срабатывает, но она очень мне в этом плане нравится. Вот. Что еще у нас здесь? В гильдию войти, склады, всякое такое. Ну, блин, давайте попробуем на самом деле. Так, далее, что у нас? Наша топовая команда. Давайте попробуем пройти склады. Я не знаю,
Потому что я в одного очень редко играю, и вот именно хочу сейчас просто поиграть в свои команды, показать, какие у меня бойцы, что они умеют, тем более, что, в принципе, я особо ничего не менял. Возможно, я буду еще каких-то персонажей качать, потому что у меня уже есть по 2 звезды, некоторые персонажи новые понакрывались, поэтому раз в следующем видео этим и займемся. Ну, а сегодня, в принципе, я поиграю в старой команды, тем более, что я очень долго в нее не играл, на самом деле, прям вот так вот, чтобы сел и играл. То есть я захожу, чуть-чуть побегаю, и, в принципе, и все. Вот, обычно собираю ништякосы всякие за вход, и на этом все заканчивается. Так, едем дальше. Едем дальше и бьем наваливаем противником. Наваливаем противником так, чтобы им жизнь медом не казалась, как говорится. Так, вот так вот. О, тут лис есть, тут есть лис. Не люблю я лиса, потому что лиса, лиса, лиса. Лиса, лиса. Так, все, нет, мы не все, мы не победили. Так, что, ну, понятно, у него сопротивление, у него щит, всякая ерунда. Так, давай спинать его. Плюс она еще, видите, пополняет немножко энергию, тоже вроде как. Поэтому, в принципе, она мне очень нравится в этом плане. Вот с жизнью у меня сейчас прям беда какая-то. Вот так, ты хоть хилься, ты хоть хилься. Так, ты давай бас атакуй, а ты тоже давай атакуй. Ну, она не пробивает, я не знаю, сопротивление там идет. Сопротивление к ударам вот каким-то. То есть, бывают такие моменты, что где-то идут сопротивления на определенную какую-то атаку. Вот. Что у нас на рынке что-то появилось, на самом деле? Появилось у нас вот, вот это вот. Вот это вот появилось, значит, больше у нас денег нет. Мы, в принципе, больше ничего не можем купить. Нам нужно где-то бриллиантики открыть бриллиантики. И хотелось бы что-нибудь прокачать что-нибудь вот так вот. Что у нас? Бриллиантов нет. Бриллиантов нет, ты представляешь? Нету бриллиантов. Плохо. Плохо, где бы взять. Так, а что у нас есть по заданиям, кстати? Задание. Давайте посмотрим, что у нас есть на бриллианты. А на бриллианты у нас, блин, ничегошеньки нету. Вообще ничегошеньки. Бриллианты ни за что не дают. Ты представляешь, дают только за что, не знаю. Не помню. Дают, короче. Потому что они появляются, да. Ну, блин, в заданиях их нету. А что у нас испытание? Давайте пойдем в испытание, конечно, здесь, в желтую команду. И посмотрим какую-нибудь как раз новую тиму, новую пати сейчас соберем. Что тут нужно для желтой команды? Для желтой команды у нас заходит кто? Заходишь ты, воробей, ты... А давайте-ка он сейчас качнем, а почему бы и нет? Значит, воробей, кролик, ладно. А, кролик. Кролик, который будет кролик. Я не знаю, как его зовут. А, значит, давайте ей прокачаем рыбачок, потому что, ну, это прям вообще такой вариант, не вариант. Все, хотя бы вот пускай будет 20-й, почему бы нет, хотя бы 20-й. Значит, что у нас здесь по улучшению ее тоже, давайте посмотрим, что у нас можно сделать. Значит, давайте накинем на нее, почему бы нет, немножко качнем. Как раз, возможно, нам дадут бриллиантики за это, потому что вполне возможно за это и дают. Я не помню, за что это дают, не ругайся на меня. Так, отличненько, немножко качнули, вот открыли еще один навык. Давайте еще накидаем это все сюда. Так, надеть. В принципе, можно ее улучшать. Надеть. Это тоже надеть. Все, вот так вот. Больше ничего не будем на нее накидывать, потому что, блин, ну, я не знаю, вдруг каким-то персонажам другим это все дело понадобится, а я сейчас волью в него все. Вот. Зеленый плюс один у нас, значит, получается. В принципе, немножечко мы прокачали. Можем еще, конечно, сюда что-то поставить, но не будем. Так, что с тобой? Что с тобой, значки? Давай тебе немножко... А, ну хотя левел тоже 30-й. Пойдет. Ок. Давайте попробуем сейчас, потому что я более чем уверен, мы могли не затащить. Желтая команда. Трудный. Нажимаем далее и... Погнали. В принципе, сейчас более-менее прокачана у нас команда. Такая более-менее. Вот, поэтому, в принципе, мы сейчас попробуем это все дело сделать. Подзатащить, потому что, ну, блин, я не знаю, 3 боя мы могли бы не затащить. У нас, по идее, прокачаны только вот эти два. Эти два. Не буду я их, не помню. Я диснеевскую анимацию вообще мало помню. Потому что возраст немножко не тот, а мультики я уже редко такие смотрю. Вот, как-то так. Ну, играю, как ты видишь, я играю. Я пытаюсь играть в эту игру. Поэтому не ругайся. Так, значит, это мы сейчас морозим все. Здесь мы уходим Джеком.
Здесь мы ходим так вот, и здесь мы походим вот так вот. Заодно и я тоже посмотрю на лайки, потому что... Что ты не заюзался? Что не так-то? Почему ты не заюзался-то? Все, победили. Ну почему навык не сработал? Я же вроде кликал на нее. Давай. Вот, все, давай. А, отталкиваешь. Хорошо, так, ты стреляешься. Ну, я тебя-то уже видел. Так, ты... Подхил должен быть, подхил точно. Подхил, это хорошо. Затаскиваем, ребятки, затаскиваем. Другой команды. О, зайцы выносят, зайцы уже вынесли. Так, магия пошла у нас, вот у нас пошла магия, ты представляешь? О, все. Победили. Победили с небольшими потерями, но победили. То есть Джек достал, и у него оказалась пустая бутылка. Не смог он это дело хорошо отметить. Вот. Победу нашу. А, значит, что у нас стали? Что-нибудь нам дали, нет? Задание? Нет. Ничегошники нам не дали. Сундук открывается у нас. Сундук бесплатный. Давайте откроем его. А почему бы и нет? Открываем его. Эпидемия. Что еще, куда можно зайти в компанию? Где бриллиантики дают и где можно их взять? Я вот вообще без понятия, честно. Вообще не знаю, где их взять, потому что, блин, ну... Блин, вообще, вот, ну, нету подсказок даже, где можно взять. Есть задание, вот только вот пополнить, и, в принципе, все. Остальное везде идет просто деньги игровые, и все. Вот, за вход мы уже тоже с тобой все получили, и больше ничего у нас нету. Вот, как-то вот так вот, обидно, конечно. Так, может быть, нет, улучшения точно нам ничего не дадут. Компания, то есть нам, в принципе, здесь ничего больше не дает. Ладненько, наверное, тогда раз не получается у нас заработать никаких бриллиантиков, пиши, где их можно заработать, если ты об этом знаешь. Я вот, честно, не знаю больше где. По-моему, только за вход дают и за какие-то выполненные задания, которые автоматически там делают, там, вот, тогда только дается, мне кажется. Вот, я не помню, честно. Если ты знаешь, пиши, буду очень рад, приму во внимание и буду копить самоцветы, вот эти бриллиантики, чтобы открывать коробочки, сундучки, потому что, ну, я, в принципе, их открываю периодически, потому что ты видишь, что у меня прокачанные персонажи, да, то есть есть вот у меня, она уже прокачанная, Джесси, то есть я ее качаю уже 43 фрагмента, у меня есть, чтобы до 4 звезд ее докачать, вот я там, тут, везде. Значит, здесь тоже бас немножко у меня качается, ну, бас это и... Джесси это такие персонажи, где, блин, где их брать неизвестно. Только если выпадут. Ну, Джесси можно еще взять, а Бас вообще такой. Вот, с остальными, конечно, вот попроще. Хотя, вот и Салли тоже, по-моему. Да, Салли тоже, в принципе, тяжело найти. Вот. Поэтому, такое было видео. Команду я еще куда-нибудь соберу, еще что-нибудь с вами побьемся. В принципе, если какие-то есть идеи по видео, то пиши, говори, буду прислушиваться, потому что я в этой игре новичок. Мне хотелось бы ее поснимать для тебя, для себя поиграть. Вот, поэтому, думаю, будем продолжать играть, и буду я продолжать записывать. На этом все, ребятушки. Понравилось видео, ставьте лайки. Не забываем писать комментарии, чтобы мне было что вам показать, чтобы записать. Вот. Также... Подписаться на канал, если ты еще этого не сделал. И, конечно, кликнуть на колокольчик. Всем пока, ребятушки.